КФУ имеется целый ряд профилей подготовки в области исторических наук, среди которых присутствует и магистерская программа «Реставрация историко-культурного наследия» при Институте международных отношений. Мы уже существуем 3 года, мы очень успешно развиваемся, и у нас совершенно необычные и формы магистратуры, и подход к обучению студентов. Особенностью данной программы является подготовка реставраторов за счет интенсивов, где магистранты, полностью освобожденные от других занятий, в течение 4 недель проходят обучение. То есть в течение месяца студенты 2 недели осваивают один материал, 2 недели другой. В частности, первый курс, первые 2 недели интенсива учились реставрации кости и костеподобных материалов. Приезжал реставратор из Кунсткамеры. Сейчас 2 недели идет обучение реставрации черного металла. Каждый преподаватель приезжает на 2 недели и ведет интенсивный курс занятий, где органично сочетается теория и практика. Для поступления на данную магистерскую программу необходимо написать вступительный тест, который опубликован на сайте университета, а также пройти собеседование. Алсу Саттарова, Олег Апачаев, Универньюз.